первая ступенька к вашему пику. То есть дай Бог, чтобы вы были заслуженными мастерами спорта. Изнурительные тренировки, победы и поражения, радости, слезы – все это спутники нелегкого пути спортсмена. Однако, когда достигаешь определенных высот, то на прошлое остается взглянуть лишь с гордостью и улыбкой, что сейчас могут сделать канские самбисты, которые получили свои очередные звания. Достаточно нелегко. Наверное, это был самый трудный путь к тому, что вот, к тому, что мы стремились. Допустим, я к этому шла лет 7, то есть у меня была определенная цель, к которой должны, надо было стремиться. Я рад, что я мог добиться таких целей. Я вообще как бы планирую дальше еще заниматься. Да, опыт был получен нормально так. Но не меньше рады таким достижениям и сами тренеры, которые взращивают будущих чемпионов, вкладывая на многочисленных тренировках всю свою душу в каждого воспитанника. Сердечко так бьется, переживаешь, приезжаю в соревнования, и голоса нету, и вообще, ну, конечно, столько эмоций, а когда выиграет, прям вообще. Сейчас в Канске на отделении самбо занимается 132 борца, 5 из них имеют спортивные звания кандидатов в мастера спорта. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.